Канал «Узнай все» представляет. Мы не знаем имени того, кто придумал колесо, или как зовут вот этого парня. Зато мы знаем тех, чьи единственные достижения – заголовки в желтых изданиях и миллионы лайков в Инстаграме. Канал «Узнай все» нашел трех кумиров молодежи, не заслуживающих своей популярности. Даниэла Бриголи. В США популярно шоу о психологии «Доктор Фил». В 2016 году героиней этого шоу стала 13-летняя Даниэла. Она дралась, воровала мамины кредитки и писала на нее ложные доносы. Когда аудитория поддержала мать, Даниэла наехала на аудиторию, обратившись ко всем присутствующим с фразой вроде «Пойдем выйдем». Теперь она звезда. Видео стало вирусным, 17 миллионов подписчиков следят за девушкой в Инстаграме, а она дает им то, что от нее хотят – драки, скандалы и провокации. К поклонникам она обращается исключительно с сучки, hey, bitches! Ну и, конечно, читает рэп. Кайли Дженнер. Что нужно закомплексованной серой мышке с плохими зубами, кожей и старомодной стрижкой, чтобы стать миллиардером? Принадлежать к известному семейству Кардашьян и привлечь к себе внимание. Например, чудесным преображением. И вуаля! У Кайли своя бьюти-империя Kylie Cosmetics. Продажа помады принесла ей первый миллиард долларов в 21 год, а Forbes назвал ее самой молодой self-made миллиардершей в истории. По количеству подписчиков она догнала некогда более популярную сестрицу Ким и обогнала все остальное семейство Кардашьян. Джастин Бибер. В начале карьеры, лет 12, Джастин придерживался имиджа пай-мальчика и даже дал обет целомудрия до законного брака с кольцами чистоты. Но как только на счетах Джастина появились первые миллионы, понеслась. Парня задержали для прохождения теста на наркотики и алкоголь, он напал на водителя лимузина, помочился в ведро в ресторане, спровоцировал драку с актером Орландо Блумом, и это далеко не полный список того, что сошло с рук певцу, чей вклад в музыку ограничивается вот этим. Напишите, заслуживают ли эти люди своей славы. А еще поставьте лайк, подпишитесь и нажмите на колокольчик. С вами был канал «Узнай все». До новых встреч!